Всем привет, я Анна Лещенко и мой подкаст «Дзен-психология». Сегодня пару слов о духовном пути. Эта тема для меня сейчас, наверное, стоит просто на пике актуальности, востребованности, прежде всего на внутреннем состоянии и на внешнем проявлении. Именно этой теме посвящена моя книга, которую я сейчас пишу. Именно с этой темой, с этим запросом ко мне приходит на консультации большое количество людей. И вот о чем я хочу сказать здесь и сейчас, в моменте времени. Что духовный путь происходит не где-то там, в неизведанных мирах, а здесь и сейчас, внутри тебя, прежде всего. Это очень важно прочувствовать. Очень сложно противостоять силе, которая нарочит тебя разрушить изнутри. Но это так до тех пор, пока ты не слышишь великого замысла и отступаешь от истины. А истина заключается в том, что каждый из нас изначально сам делает осознанный или неосознанный выбор. Чем ты будешь наполнен ежемгновенно. И мир, и войну мы создаем сами, внутри себя. И вот как ты справишься, и кто выйдет победителем из твоей, из этой, да, схватки, кто восторжествует, сила света или тьмы, решаешь только ты сам. Мои слова сложны, быть может, к восприятию, если здесь и сейчас тобой владеет боль, хаос, раздражительность, апатия, агрессия и так далее, и так далее, и так далее. Услышать глубину возможно лишь в одном случае, когда ум молчит, а сердце нараспашку и внутри тишина. Сейчас такой период, когда противостояние внутренней тьмы происходит ежемгновенно. Вроде бы только вышел победителем, раз, и ты вновь на дне. Но нужно встать, раз за разом, находить в себе силу и подниматься. И здесь не работает. Просто взять все, отпустить, на самотек и плыть по течению. К сожалению, в этот момент тебя может захлестнуть водоворот тьмы в считанные минуты. Острота восприятия – вот что сейчас ценно. Острота бдительности невероятно сейчас важна. Острота стойкости духа – единственное спасение. Острота интуиции – необходимость. Тотальная вера в Бога, божественную энергию, свет, то, что поистине может спасти. С любовью к вам, Анна Лещенко, энергопсихолог и мой подкаст «Дзен-психология».